Эфир телеканала ЛРТ продолжает программа «Новости». В студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте. Вместе за безопасность дорожного движения. Под таким девизом ребята из творческого объединения юных инспекторов движения организовали флешмоб у дверей Люберецкой гимназии. Однако главный повод для слета отрядов со всей области – фестиваль творческих программ «Безопасность дорожного движения». Все подробности в нашем сюжете. Марафон по пропаганде безопасности дорожного движения проходит ежегодно. Юные инспекторы в игровой и творческой форме показывают своим сверстникам, как нужно себя вести на улицах города. В этот раз областной этап конкурса прошел в Люберцах. Правила дорожного движения – это та же самая азбука, которая, будем так говорить, который необходим ребенку для того, чтобы он вошел в мегаполис города. В Москве и Московской области количество аварийных случаев с участием детей на дорогах выше, чем в других регионах. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции работают над тем, чтобы исправить ситуацию к лучшему. У нас за каждой школой закреплен сотрудник госавтоинспекции, который приходит туда, проводит беседы в начальных классах. Также проводятся родительские собрания. Наши сотрудники участвуют в родительских собраниях, в которых разъясняют родителям необходимость применения детских удерживающих устройств при перевозках. Отряды ЮИТ – это объединение школьников, которые помогают взрослым в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Этот фестиваль – хорошая возможность показать весь арсенал творческих средств. В областном этапе обмениваются опытом и сражаются за победу лучшие из лучших, прошедшие зональный и районный отбор. На самом деле это была очень непростая работа. В этом есть заслуга как и команды, так и родителей, так и наших руководителей. Где-то в сентябре мы уже начали готовиться. Готовили сценарий, подбирали участников. Конечно, из школы пошли самые активные и самые лучшие. Каждый день мы тренировались, были очень сплоченной командой. И вот так все вместе, общими усилиями мы добрались до областного этапа. Песни, танцы, стихи собственного сочинения и даже авторские программы о правилах дорожного движения – все это на сцене школы номер 27. Не радует только одно – среди финалистов люберчан нет. Но у наших ребят есть шанс побороться за победу в следующем году. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Ну что ж, к этому часу у меня вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. С вами была Ирина Михайлюк. Смотрите ЛРТ и будьте в курсе.